ребята, мне удалось поймать Полину Миллер. Полина, привет. Расскажи, пожалуйста, как прошел забег, какие впечатления? Я рассчитывала на больше, но к третьему бегу, видимо, я устала. Я не ожидала, что девочки так быстро начнут. Американка меня очень быстро настигла, и, видимо, меня это ввело в ступор. А насколько тебе было некомфортно, или, может быть, тебе было все равно от того, что сейчас такая жара сильная стоит? Конечно, разминаться тяжеловато, но спринт всегда бежится лучше в жару. То есть нормально. А ситуация на старте, то есть, ну, у вас было, вы стартанули только со второго раза. Насколько это как-то повлияло на тебя? Ну, дестабилизирует ли это? Мне кажется, нет, и тренер говорит, что это даже хорошо для меня, потому что, когда дают в первый раз старт, у меня очень сильный мандраж, и меня трясет, и я боюсь, что я сделаю фальстарт, потому что у меня нога трясется на колодках. А когда вот дают выстрел, чтобы встать, что кто-то сделал фальстарт, я как-то более расслабляюсь, и мне становится легче, мандраж проходит. Здорово. А что вообще тренер сказал по поводу выступления? Мы ожидали бежать лучше, да так особо ничего. А ты поедешь на чемпионат России? Да. Хорошо, а уже есть какие-то прикидки по поводу того, на какие старты ты отправишься в этом году после чемпионата? Мы поедем на международный старт в Польшу, вроде бы, мне кажется, в Польшу, и затем на чемпионат Европы. Чемпионат Европы, отлично. Сейчас. Твой комментарий по поводу путаницы с дистанциями. Ну, я не знаю, ты написала его, наверное, будучи как бы на взводе, так в сердцах. Да. Это, ну, как бы какие-то последствия это имело? Я не знаю, тебе, ну, предъявлял кто-нибудь за это или это нормально? Пока что не предъявляли, но сказали, что будет разговор в федерации именно со мной. Но я почему-то не думаю, что ко мне будут какие-то претензии, потому что я никого не упомянула. Это было, в принципе, общо как-то. Просто меня очень сбило это, и мне морально было очень тяжело готовиться к старту. Я очень была зла и написала это скорее вот даже на злости просто. Хорошо. Спасибо большое, Полина.